Назлы! Тяжелело, хорошо, хорошо, супер. Давай, не держи долго себе, вот, дыши, хорошо. Так, супер, давай тоже. О, отлично.
Так. Хорошо, супер. Еще чуть-чуть надо. Еще немножко, ребят, помогаем. Хорошо. Так. Отлично. Все. Хорошо, постарше тоже. Отлично, без примесей. Хорошо. Так, похлопали. Отлично, ребят, мы добавляем этот углекислый газ в холодильничек с температурой минус 79. Мало, 79. Но это по Цельсию, да. Давайте мы похлопаем. Ребят, наконец-то сейчас надо будет вам помочь. Мальчик с девочкой. Мальчик, выходи сюда, вот в красной футболочке. Как тебя зовут? Шипхед, похлопали ему. Шипхеду. Так, и девочка, да? Выходи, как тебя зовут, принцесса? И Лиза, похлопали Лизе. Смотрите, между вами холодильничек. Так, Шульхет и Лиза, делаем упор ручками в крышечку. Вот так, нужно будет сильно подавить. Мы вам похлопаем. Создать максимальное давление. И вот так, сильно давим. Да, только не провалились пол. Хорошо, похлопали. Подавили. Еще. Так не будет. Шульхет, дави. Не задумывайся. Еще чуть-чуть. Хорошо, все достаточно. На свои места. И один помощничек, вообще маленький, кроха. Вообще кроха. Во, выходи сюда. Вот с вишенками. Да, платье, как тебя зовут? Ева, похлопали Еве. Ева, ты сейчас будешь не на холодильничке, а на пони. Присаживайся вот так и можешь немножко попрыгать. Представь, что это лошадка, прыгай. Вот так. Чтобы было максимальное давление пятой точкой, мы его создадим. Опа! Хорошо, молодец. Спасибо, похлопали. Принцессе. И сейчас, друзья, достаю, видите, ничего нету, колба прозрачная. Ну и давайте посмотрим, что там внутри. Ого, кто-то сказал, я тоже так скажу. Ребят, хотите поближе посмотреть? Да. Тогда все остаемся на своих местах. И кто хочет посмотреть, громко хлопает в ладоши. Обращаю ваше внимание, что работать с сухим льдом можно только в специальных защитных перчатках. Ну, хотя бы таких, стоимостью 135 рублей. Похлопай этим перчаткам. У нас все честно, да. Откровенно, одеваем эти перчатки. Как вы думаете вообще, почему нужны нам перчатки защитные? Потому что лед, он холодный. И что может быть, если без перчаток с ним работать? Может быть обморожение, поэтому работаем только в перчатках. Ни в коем случае, да, полными ручками не берем и так, окей, никогда не делали. Все понятно, ребят, да? Отлично, похлопали. Так, и сейчас, ребят, очень просто, я к вам буду подходить. Ваша задача просто подуть вот так и ощутить настоящее ледяное дыхание. Я покажу, вы дуете вот так. Все понятно? Да! Отлично, похлопали. Ну и потом скажете, холодное дыхание было или нет, или теплое. Так, сильнее дуй. Отлично, дуем. Отлично, не желаете дунуть? Хорошо, супер. Так, подули. Хорошо, отлично. Отлично, хорошо. Дуй. Хорошо. Подули. Ну что, холодное дыхание, друзья, или теплое? Сиди. Вот так. Сильно дуйте, не бойтесь, он не кусается. Ну, по колотикам ручками не трогаем. Вот и все. И это не страшно и безопасно. Потом, немножечко позже, мы узнаем о свойствах сухого льда с помощью других реакций. Да, с чем он реагирует и его остальные свойства. Хорошо, подули. Вот так, хорошо. Отлично. Хорошо. Морозная свежесть. Да, всем привет от Дедушки Мороза. Видите, еще не зима, еще лето, а уже у нас есть ледяное дыхание настоящее. Сухой лед, да, он испаряется или замороженный углекислый газ. Подуем. Вот так, не бойся, не писаешь. Хорошо. Так. Дуй. Отлично, хорошо. Отлично, похлопали. Ребят. Да, это классно, это круто, но сейчас давайте приступим к следующему эксперименту. Друзья, скажите, пожалуйста, что произойдет, если мы с вами обычный лед из холодильника, из воды H2O, добавим в теплую воду в твердом состоянии? Что с ним произойдет? Он растает или перейдет в какое состояние? В жидкое, абсолютно верно. Похлопали этому льду. Он молодец. Он стал жидким. А как вы думаете, ребят, что произойдет, если мы с вами добавим сухой лед в теплую воду?
из углекислого газа. Не, он не растает. Хотите посмотреть? Не слышу! Ну вот, уже чуть громче. Похлопали. И сейчас мы точно так же с вами добавим сухую в теплую воду и посмотрим. И вы мне, скажете, как этот процесс называется. Оп, отлично, перчатки скользкие, да. Ну что, друзья, скажите, что происходит с углеводом? Он или переходит в какое состояние? В газообразное. Кто хочет поближе посмотреть, громко хлопает. Так же самое, да, можно подуть, но тут еще есть одна фишка. Да, вот, подойди чуть ближе с темными волосиками, принцесса, подходи. Боишься, ладно, ты не боишься? Смотрите, это испарение может перекрашивать волосы в блондинов и блондинок, не бойся, вот так. И делать бороду, сейчас подойду к шипету, потом покажу, дуй пока. Отлично, хорошо, подуй. Именно это и есть отличительная особенность сухого льда нашего от обычного льда из воды. Он испаряется и переходит в газообразное состояние при добавлении его в воду. Шипет, стой, вот такая борода еще может быть. Хорошо, подули. Супер. Давай. Давай. Хорошо, подули. Вот так, хорошо. Ну что, друзья, двигаемся дальше и следующий эксперимент. Скажите, пожалуйста, ребят, вы любите газировку? Да! А хотите, чтобы мы прямо здесь и сейчас приготовили настоящую научную газировку? Да! Отлично. Тихо, внимательно слушаем. Здесь есть одна фишка. Да? Одно очень важное такое значение. Нам для этого эксперимента понадобится вот такая специальная колба с носиком. Кто-нибудь знает, как она называется? Ни единорог, ни носорог, ни однорукая колба. Кто-нибудь знает ее название? Хорошо, ладно, внимательно слушаем, я скажу. Она называется колба Бунзена. Бунзена. Итак, все вместе, 3-4. Колба Бунзена. Кто сказал Бузова? Ребят, так и честно, у этой колбы достаточно половин, и она не раздает Wi-Fi. Похлопали ей. Сейчас, ребят, мы в эту колбу добавляем немножечко теплой водички, да, все так же пока что. И давайте с вами приготовим лимонад. Лимонад какого цвета? Желтого. Да, значит, какой нам краситель нужен? Абсолютно верно, желтый. Вот он. Вот, да, добавляем его. Вот так, чуть-чуть. Да. Похоже на лимонад, ребят, или нет? Внимательно смотрим. Похоже на лимонад? Почти. Нет, стоп. Если это лимонад, чего ему не хватает? Газа. Газа, правильно. А пока что это на что похоже? На яблочный сок, абсолютно верно. Для того, чтобы эта жидкость стала лимонадом, надо добавить немножечко газика. Давайте похлопаем. Похлопаем, добавим. Нашего замороженного углекислого газа. Кстати, вот эти пузырьки, которые в газировке, которую мы пьем, это и есть тот самый углекислый газ. Хорошо. Так, добавляем. Вот так. Еще чуть-чуть можно. Отлично, супер. Теперь закрываем пробочкой. Вот так. Нашу колбу. И газировка готова. Открываем ротик, пробуем вот так. Улучшает кровообращение и оценки в школе. Кто хочет попробовать, громко хлопает. Отлично. Вот так, не бойтесь, это безопасно. Я думаю, что у нас проветриваемое помещение, поэтому никакого вреда не будет. Отлично, хорошо. Хлопаем. И пробуем. Ну, кто хочет, пожалуйста. Кто хочет хорошие оценки, тот пробует. Кто не хочет, тот может не пробовать. У того будут плохие оценки. Хорошо. Да. Ребят, запомните название этой колбы, пожалуйста, потому что если, если Бузова услышит, как вы называете колбу именем ее, она в Октябрьское не приедет с концертом. Хорошо. Так. Отлично, супер. Супер. Друзья,
Вот за Ювентус болеет. Парень, выходи сюда. Как тебя зовут? Амихан. Похлопали ему. Походи сюда. Сейчас мы будем Джина вызывать. Сделали шажочек назад все. Амихан пальчиком крепко закрывает. Носит попочки, держи. Вот так. Вот так. Джин пришел. Да, видите, вырвался. Спасибо, Амихан. Похлопали. За Ювентус болеет. Хорошо, все, спасибо. Джина мы тоже с вами позвали на наш праздник, это хорошо. И, ребята, следующий эксперимент 18+, нужна помощь папы или дяди. Есть? Есть тут у нас папа или дядя? Давайте пригласим их. Позовем. Есть папа или дядя у нас тут? Вот есть, да, подходите сюда, я же на вас и смотрю. Я же не просто так сказал. Хорошо, как вас зовут? Похлопали Осману. Сейчас, ребята, очень серьезный эксперимент. Мы будем готовить вместе с Османом огненные мыльные пузыри. Скажите, пожалуйста, ребят, из чего делают мыльные пузыри? Кто-то сказал из фейри, да, в принципе, из мыла, да, мыльный раствор. Ребят, рекламу смотрели, сколько надо по рекламе добавлять? Одну каплю, правильно, ну-ка, весь фокус на эту бутылочку. Фейри, нежные руки, нежная пена, аромат розового жасмина и алоэ вера. Похлопали ему. И профессор Кулашин, заметно читать не разучился, это тоже хорошо. Ну что, была капля? Была просто научная, похлопали. Научная. Да. Размешиваем. И теперь, ребят, что надо, чтобы огонь у нас появился? Что надо добавить? Нет, 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 нет. Чтобы огонь был. Вот что у нас вот в домах, квартирах? Газ, газики. Ребята, вопрос очень серьезный. Кто любит пускать газики? Взрослые тоже, да, так засомневались, да, поднимать руку. Хорошо, ребят, спрошу по-другому. Кто сможет сейчас выйти нам помочь Османа в этом эксперименте, газики пустить сюда, чтобы загорелось? Осман, может, вы поможете? Не хотите? Хорошо, помогайте, выходите по очереди, по очереди. Пускаем газики, похлопали. Да, газики. Не, не углекислый газ, не-не-не, так не подходит. Другие, чтобы огонь был. Кто может? Ну ладно, давайте профессор открывашки, можно пустить газики? О, ребят, вот так делать вид, как будто никто никогда не пускал газики, да, вот серьезно? Вот прям все в один вот видели, никто никогда не пускал. Ладно, хорошо, профессор пустит, похлопали. Ну да, с помощью вот этой самой баллончика вы о чем подумали, да? Следопыт каждый день и в любую погоду. Газ универсальный, все сезоны. Похлопали ему. Латами по 110 рублей продается. Хорошо. Сейчас посмотрим. Можете ручку чуть-чуть в сторону. Вы подходите ближе. Эксперимент уже посерьезней. Опускайте ручку вот сюда. Да-да-да, полностью опускайте. Борода останется. Отлично, доставать ручку. Пошли собирать, открывать. Хорошо, похлопали, ребята. Круче хлопаем. Отлично. Зажигаем. Отлично, не страшно, Осман? И Осман почувствовал себя в роли Прометея, подарил огонь. Похлопали его. Держите студенческую салфетку. Так, сейчас, ребята, мы с вами продолжаем. Будем готовить, или папа еще хотят? Может, мама хочет? Может, я с мамой еще хочу? Да, спасибо, Осман, мы хлопаем. Он молодец. Уходите, ладно, продолжаем. Ребят, сейчас, внимание, готовим с вами мыльные пузыри. Но не один, а очень много. Сотни тысяч. Хотите? Кто хочет, громко хлопает. Профессор одевает специальные защитные перчатки стоимостью 135 рублей. Отлично. Да, не на аукционе, не надо преувеличивать их стоимость. Добавляем чуть-чуть.
наш мыльный раствор сухого льда. Теперь одну ручку, кто хочет, выставили вперед. И по чуть-чуть берем наши кашки научные. В ротик ее не берем, можно потрогать, понюхать и вот так ее смахнуть с ручки. Хорошо. Кто хочет, кто не хочет, можно не брать. Отлично, не бойтесь. Не бойтесь, она потом испарится. Чуть-чуть будет немножко мокро, старайтесь на одежду только, чтобы не капало, хорошо? Не бойтесь, она не кусается, я буду расслабиться. Хорошо, берем еще. Отлично, будет. Супер, супер, супер. Да, видите, еще идет туман. Можно вспомнить песню в голове моей туманной маме. Хорошо. Супер. Сейчас подойду ближе. Не бойся, я говорю, ничего страшного, как не сложится. Профессору суки может быть не легко после такой кашки. И небольшая пенная вечеринка, да, ребят? Хорошо. У нас сегодня что? Вот суббота. Субботняя вечеринка. Хорошо. Ротик не берем, это научная каша, несъедобная. Мы ж мыло с вами не едим, правильно? Это тоже не надо брать. Смотрим глазками, полагаем ручками. Можно понюхать максимум. Максимум понюхать. Хорошо. Отлично, похлопали. Так, может еще одну помощницу? Не боишься? Выходи. Как тебя зовут? Как? Назле. Похлопали Назле, помощница наша. Сейчас сделаем ей ушки, как у зайчика. Не бойся. Вот так. Вот такие ушки. Похлопали. Молодец. Так, теперь с этой стороны помощница, выходи сюда. Как тебя зовут? Похлопали Элиане. Теперь мы тебе сделаем такой вот, такую корону, да, белоснежную. Так. Это уже не ушки. Это уже такой, как кокошная корона такая. Ожерелье диадема, да, как в той песне поется. Сломана лапка. Хорошо. Так, есть. И с этой стороны одна помощница. С этой. Так, тебе что, ушки или диадему? Выбирай. Что? Ушки как у зайчика. Похлопали Лизе, не ушли. Ну подожди, вот так, так побольше. Становись. Отлично, друзья, продолжаем с вами в том же духе. О, я забыл, ребят. Внимание, я же к вам пришел сегодня не сам, а пришел со своим другом, с Тимохой. Ну он, честно скажу, парень очень скромный, стеснительный. Давайте так, чтобы ему было место на танцполе, сделаем два шага назад все. Да? И сейчас будем его звать очень просто. На 3-4 скандируем его имя Тимоха. Тимоха! Подождите, я предупреждаю, он очень, ну может быть немножечко громкий. Вы не боитесь, когда он громко зайдет? Не испугайтесь, хорошо. Так, 3-4, зовем его. Тимоха! Тимоха! Отлично? Тимоха! Еще! Так, ее мы пока уберем. Сейчас нам нужен будет только Тимоха. Ребят, внимание, Тимоха, он у нас вообще веселый парень. Он любит целоваться. Ну не по-французски, а вот так. Смотрите, нужно будет открыть ротик вот так и расслабить губки. Вот так. Кто хочет, поднимает ручку вверх.
сейчас это будет в следующем эксперименте. Так, давайте только честно. Пять девочек, которые не участвовали, не помогали профессору. Пять. Выходим. Раз, два, потом следующие пять, ладно? Три, четыре, пять. Построились в одну линейку, девчонки. Вот и все у нас на них. Повернулись лицом сюда. Так, ребят, Тимоха, он любит еще делать настоящие модельные прически и укладки. Хотите себе такую прическу? Смотрите, пока есть возможность, можно резиночки с волосиков снять, чтобы прическа еще круче получилась. Хорошо? Ну, кто хочет, кто не хочет, можно снимать. Итак, похлопали. Готовы? Смотрим вперед. Вот сюда. Похлопали. Начинаем. Раз, помогал. Кто не помогал? Малышка, три, втроем. Серьезно, иди ты тоже. Пять, шесть, два, шесть. Ну, девчонки, вы постарше чуть-чуть. Ничего, будет в следующем эксперименте. Встали ровно, похлопали нашим моделям. Сейчас вам тоже прическу будем делать. Хорошо, готовы? Начинаем. Анжелина Джоли, похлопали девчонкам. На свои места возвращайтесь и отсюда пять. Тот, кто не помогал, Уходим. Два, не помогала. Три, четыре, пять. Вышли. Встали ровно, ты тоже хочешь. Ровно построились в одну линеечку. Кого вызвал? Остальные, пожалуйста, три шага назад. Еще модели. Вот еще модели, хотя причесок. Ну, вы, в принципе, все модели девчонки, но сейчас прически будут у них пока, ладно? Вы будете в следующих опытах участвовать, обязательно. Да, хорошо. Да, готовы? Похлопали. Ребята, скажите, пожалуйста, вот четыре богатыря, похлопали им. Значит, тогда мушкетеры четыре. Хорошо, ребят, смотрите, Тимоха пацанам придает настоящую, не то что богатырскую, а супергеройскую силу. Хотите стать сильными? Да! Ответили девчонки. А мальчишки хотят стать сильными? Да! Хотят мальчишки. Смотрите, мальчики, для начала, чисто для сравнения, чтобы девчонки видели, какая у вас есть сила, нужно очень просто, давайте покажу, показать свои мышцы, которые у вас есть сейчас. Вот так, показали силу. И с видом Халка, грозное лицо, сделай такое, как Халк. И так и стоим, так и остаемся, так и все стоим, чтобы ребята остальные могли увидеть, какая сила у вас станет с Тимохой. Готовы? Так, похлопали мальчикам. Начинаем. Вот это да, вот это плечи, вот это спина. Отлично, это чуть-чуть ближе. Ого, ничего
себе настоящие качки-бодибилдеры покупали им. Возвращайтесь на свои места, пацаны, честно, теперь ты можешь сказать еще Роналду, что ты пошире его, побольше, попрокаченнее. Хорошо, друзья, вы видите, как быстро, качественно, без всякой химии, протеинов, аминокислот, ребята смогли раскачаться. Давайте им еще раз похлопаем, они молодцы. Так, ну и скажем спасибо Тимохе, мы его проводим, он нам уже нас повеселил, сделал эксперименты свои, мы его проводим. И, ребят, сейчас, я как и обещал, у нас будет с вами вкусный эксперимент. Но перед этим у нас будет с вами эксперимент, называется «Исполнение желаний». Скажите, пожалуйста, ребят, у вас есть какие-то желания? Да! А вы хотите, чтобы они исполнились? Да! Отлично, тогда сейчас всем вам нужно будет их родителям, бабушкам, дедушкам, всем вместе загадать свое желание, подумать о нем и крепко-крепко взять в одну ручку кулачок, держать свое крепкое желание. Все понятно? Все загадали? Взрослые тоже. Смотрите на своих родителей, чтобы они тоже загадали, потому что они же тоже хотят, чтобы желание исполнилось, правда? Хорошо. Так, ребят, и сейчас свое желание держим. Когда к нам придет туман пожеланий, нужно будет очень просто, стоя на месте, произнести научное заклинание. Звучит оно так. Раз, два, три. Желание лети и отпустить его. Отпустить. Не подходить ко мне, не бежать, не прыгать. Просто стоя на месте отпустить. Все понятно? Да. Держим желание. Хлопать мы не можем. Потопали ножками, потопали. Так, это только начало. Он уже, наш туман, да, уже начинает подняться. Готовы? Да. Итак, все вместе. Раз, два, три. Желание лети. Все загадали? Да. А теперь все стали на свои места, три шага назад. Я буду подходить, можно будет подуть еще на него, чтобы наш туман разлетелся как можно дальше и всем рассказал и исполнил ваши желания. Да? Ну, главное, чтобы родителям рассказал, да, о ваших желаниях. Тогда... Отлично. Хорошо, подумай. Отлично. Вот, хорошо. А ты любишь этот дым-дым-дым-дым-дым. Хорошо, подумай, супер. Отлично, давай. Хорошо. Подумай. Риана Блэшка? Риана Блэшка? Супер-супер-супер. Еще не могу. А вот, подумай. Хорошо. Отлично. Друзья, ну и сейчас, конечно же, у нас с вами будет крайний кулинарный эксперимент на сегодня, химический, да? Мы будем готовить с вами сахарную вату. Для этого, ребята, нужно будет всем-всем-всем по очереди подходить к профессору, по-честному. Сделать три шага сейчас назад, все сделали, три шажочка. Потому что и к вот этому аппарату, представьте, что его здесь нет. Вот представьте, что я из воздуха вату беру, к нему не надо близко подходить, хорошо? Потому что немножко может сахарок попасть в глазки, если близко подойдете, не надо близко подходить. И еще он нагревается, поэтому... Держим дистанцию, да, соблюдаем. Вот как написано на троллейбусах, соблюдай дистанцию. Точно так же и здесь. Хорошо, ребят, сейчас такой вопросик. Скажите, пожалуйста, как вы думаете, почему наша вот вата, она получается именно такой, из сахара? Благодаря чему? Благодаря на букву Т, на букву Т. Температура, абсолютно верно, потому что наш сахар нагревается и под действием высокой температуры образуется сахарная бородинка, так называемая, из которой мы, намазываем на нашу палочку и получаем сахарную вату, готовую. Абсолютно верно. Варила на ночи, это обычная вода, не бойтесь.
друзья, до начала курса будем делать не сильно большие, чтобы всем хватило. Договорились? Потом будем делать поменьше. Так, давайте девочки сначала. Держи ручку. Держи. Большой перерыв, слушаем своего руководителя и потом дискотека с диджеем Смайл. Все. Девочки, давайте. Назлы. Алсаныз көтерсін. Спасибо.
Галія, дай вату, іди. Дай вату, іди. Іди. Я хочу сказать, что нельзя.
Назлы, назлы. Где? Подожди, Костя, Костя, Маша, Маша, Назлы. Все смотрим сюда, сюда, сюда. Подвигайся к ним, подвигайся, подвигайся. Раз, все смотрим сюда и улыбаемся. Все показали свои зубки. И грамоты ниже лица. Опусти вниз. Грамоту опусти. Раз, два, смотрим сюда. Грамоту опускай. Раз, два, три, смотрим. Улыбаемся. Раз. Сейчас вспышка, смотрите. Раз, два, три. Все, молодцы. Спасибо. Маша, дальше, да. Где вам, где вам, где вам? Сфоткай, стой тут. Дургунда. Подожди, троих, троих. Назлы, Ивана. Троих, троих, быстренько. Ой, отделим. Синяя группа номер один. Троих. Сигнора Виктория. Опусти грамоту назад. Хатиджи, Эльмаз, Назлы, Хана, Гостерин. Балачихлар, селям алейкум сізе өлі. Біз сізе мақтанмақ істейміз. Енді Назлы, Хатиджи, Эльмаз. Ел бойынша бұл зиманеви танысларына бардылар. Оның үшін шіндеңді ел бітті. Ве олар ярлықлар ден өділіндірділер. Ве бөлі бізе, бөлі бір нелер бердер бізе өлі. Машила, машила сізе. Пегузи, пегузи. И были ярлых вердлер уле, хазым. За успешное окончание учебного года ди коллективе современного танца. Машила. Синын доле. Будак карачур хатиджи. Машила, хазым. Пегузи. У грамота ди гэлю, ошты. Я ваш гузель ты хрылмасын, хазым, без уну хоя джамыз не. Ен гузель ере хоя джамыз. Я ваш и хрылмасын. Ляна ханым, хана гостер ми, Ляна. Хана гостер озуны. Бахшишларны. Мынын бахныз буды Лиляна. Ярлык ве машала сізге. Хайрлаймы сізны? Вот. Вот. Сіздер раз. Машала, машала. Караш... Кадырова Эльмаз. Машала, машала. Нас, Ряна хана гостер сен. Гостер. Машала, машала. Хайрлайм сізі, Ряна. Машала, машала. Хана гостер не езаянда. Шамратова Ряна. Абында Дагазиева Лилиана. Машала, хазжихлар, хайрлайма сізді. Хайрлы усын бабашканда ванганы. Но бүгін бойлы байрам балачықлар үшін. Мұнда. Thank you.
Одна? Катя, подпиши. Ага. Не взяла? Конфетку. Что, они высокий раз на меня запасывают? Отлично, похлопали. Ребят, очень приятно. Я не профессор открывачки, теперь я держу и смайл. Да, я с ним похож просто очень сильно. Ребят, сейчас очень просто. Нам надо будет с вами разделиться на две команды. Давайте вот так, напополам. Одна команда отходит в столику, вторая вот сюда к девочке. Вот так разделились. Хорошо, вот на две команды. Отлично. Посередине должна быть пустота, конечно. Вот так. Определяйтесь, какой команде. Хорошо. Так. Так, и серединку освобождаем. Освобождаем серединку. Серединку освобождаем, мы здесь будем танцевать. Итак, ребят, внимание. Каждая команда, вот эта и вот эта, должна придумать свое название, название своей команды, свой девиз и своего капитана. Все понятно? Итак, сейчас одна минута или две. Думай название, выбираем капитана. Вот эта команда и вот эта. Каждая по отдельности. Нет, каждый сам для себя. Это как я говорю. Вот между собой решаем. Тогда команда вот помладше, давайте у них первое спросим. Как называется ваша команда? 3-4? Звездочка? Отлично, похлопали, давайте, звездочка. Девиз команды звездочка, 3-4. Девиз. Ну, вместе мы сила, что такое? Готов? Вместе мы сила, подходит? Хорошо, а кто капитан у вас? Звездочка? Лиза, похлопали Лизе. Теперь команда постарше, да? Просим у вас. Называется ваша команда? Импульс. Импульс. Девиз вашей команды? Импульс, слушай, импульс, вас, кто не верит, там у вас. Отличный, позитивный, гуманистический девиз команды импульс. Похлопаем. Очень гуманный девиз. И капитан импульса кто? Вот, ну хоть бы кто-то руководителя выбрал, синий гранит. Кто? Я. Лиля, похлопали Лиле. Теперь, ребятки, сделайте место в серединке. Сейчас, внимание. У команды импульс и у команды звездочки сейчас будет небольшой танцевальный батл. Сейчас будет играть музыка. И ваша задача танцевать под нее так, как вы хотите. Потом в конце еще будет один небольшой подарок для той команды, которая победит. Все понятно? Хорошо. Так, первая команда импульс. Выходите на танцпол, звездочка чуть-чуть назад. Ты,
Спасибо, инфос. Первый танец ваш состоялся. Чуть-чуть старушку, звездочка, очень за вами выходит на танцпол. Вам какую музыку, звездочка? Громкую или тихую? Громкую, хорошо. Я понял. Thank you.
Сильмим, хаджи. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь,
8. Запомните. А потом качаем вверх, прыгаем. Все понятно? И еще раз с этим движением. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Ручки идут в одну сторону, ножки в другую. Пять, шесть, семь, восемь. Два раза. Два раза это повторяется. Понятно? Все готовы? Назад. Эльмаз! Реально, реально! А то мне профессор такую музыку скачал, просто современно. Хорошо. Готовы? Значит, на самом начале не танцуем, делаем типа как транс, стоим вот так. Медленно, понятно? Хорошо. Бесконечно нам сегодня было хорошо. В эту же сторону. Этот праздник не подвел. Я почти уже ушел. И тут она выходит на танцпол. Ну почему я просто не пошел домой? Зачем сказали, что сегодня холостой? Я танцевал так, как не снилось никому. Я не пойму. Ну почему? Зацепила меня, ослепила меня, на пороге провела, а любви не дала. Зацепила меня, соблазнила меня, на пороге провела, а любви не дала. Зацепила меня. Громче звуки, поднимите ваши руки. Это вечеринка, просто класс. Я не знаю, как мне быть, как мне с ней заговорить. А может лучше что-то подарить. Ну почему я просто не пошел домой? Зачем сказали, что сегодня холостой? Я танцевал так, как не снилось никому. Я не пойму. Почему? Закружилась его кровь на репите. Ничего уже не помню, извините. Только по мне голосу. Что говорите? Зацепила меня, ослепила меня, на порог провела, а любви не дала. Зацепила меня, соблазнила меня, на порог провела, а любви не дала. Зацепила меня. Отлично. И теперь ваша импровизация, как хотите, можете танцевать. Понятно? Зацепила меня. Похлопали. Ребята, ну что, хотите узнать, кто победил? Да! Сделали две команды. Две команды, нет?
А сейчас мне нужны будут капитаны импульса и капитан звездочки ко мне подходят. Подходим. Ну что, подарком хотите? Ребят, конечно же, как вы поняли, все подарки они будут где? Где будут подарки все? Дома, правильно, подарки будут дома. А здесь, ребята, самое главное, что сегодня мы еще раз доказали, что вот хотя мы сами соревновались, две команды, да, помладше, постарше, мы доказали сами, что мы все одна большая команда, верно? Ну и сегодня подарки уже были, что вы еще хотите подарков, что мало? Еще сахарная вата ждет вас впереди. Ну а сейчас, ребята, конечно же, я могу еще включить одну песенку, и мы с вами зажжем. Готовы? Кто хочет песню без остается на танцполе. Нет, эта песня, она немножечко не в том тренде всего на сегодня. Да, мы включим другую. Готовы? Кто хочет, остается на танцполе. Нет, это не Бузова. Дружба, да?